Всем привет! Продолжаем тему пресетов Юли Пушман и Карины Каспарянс. Ну, как видите, сайт они закрыли, догадались все-таки. Но Google, который, кстати, платит им зарплату с YouTube, не забывает ничего. И на его серверах хранятся в свободном доступе, абсолютно легально, все вот эти вот копии материалов. В общем, старая версия сайта. Я зашла, скачала все оригиналы их изображений до-после всех 10 пресетов абсолютно беспрепятственно и повторила их полностью. Там даже причем по два примера, то есть на один пресет два примера до-после, поэтому мне было супер удобно. Мне, конечно, было весело и с комментариев, и с реакцией самих девчонок, но все равно это так удивительно. Я же не просила ни извинений, ничего, но меня обвинили в зависти, хотя они сами не могут признать свою жадность. Да и вообще достаточно агрессивная была позиция у них. Понравился комментарий под предыдущим роликом, что я отбираю у них хлеб. Но вот, видимо, они такие агрессивные, потому что я последний хлеб отобрала. Ладно, закончу злорадствовать. И все-таки добро пожаловать в интернет. Им же не по 16 лет. Ну как можно быть такими наивными? Ни в коем случае не отговариваю вас покупать у них пресеты, если они вообще их выпустят, что теперь сомнительно. Если хотите, покупайте, пожалуйста. Я об этом и в предыдущем ролике говорила. Но тот, кто не хочет тратить деньги, он может... Вот, пожалуйста, скачивайте бесплатно. А 2000 рублей эти потратьте на вкусный, опять же, ужин в ресторане или на букет для мамы, ну, на что-нибудь полезное. Это просто моя рекомендация. Каждый как хочет, так и тратит свои деньги. И я в это не лезу. Я просто даю возможность скачать бесплатный аналог. Карина ответила на мое видео, и есть скриншоты в начале этого ролика, что все хорошее в жизни стоит денег. Но если говорить о контенте, то всегда самый популярный и самый вообще невероятно распространяемый контент, он всегда бесплатный, потому что люди сами выступают его рекламой, потому что они могут брать и тут же пользоваться этим, с удовольствием смотреть это. Это не значит, что в куче всего бесплатного вокруг нас не бывает совсем никакого дерьма. Бывает. Но это также и не значит, что если что-то бесплатное, то это плохое. Или, как писала Карина, то это обязательно сыр в мышеловке. У меня нет никакой мышеловки. Я не прошу вас не подписываться, даже смотреть другие ролики не прошу, отправлять какие-то смс-ки, скидывать деньги, донаты. Мне вообще ничего не нужно. Я просто сделала то, что мне захотелось сделать. Вот каждый делает то, что хочет. Они захотели, создали пресеты. Я захотела, повторила эти пресеты, потому что это 15-минутная фигня. И я вот люблю фотографию настолько, что могу заниматься этим просто так. Просто так сидеть, крутить настройки. Для меня это как, ну, как компьютерная игра, как какое-то развлечение. И поэтому то, что я сделала это с радостью и с наполненным, не знаю, гармонией и счастьем сердцем, а не из чувства зависти или с желанием насолить девчонкам. Да и серьезно, 20-30 минут на пресеты, ну вот эти 10 штук я сделала, ну не 15-30 минут, да, я потратила. Даже, ну, 20-30 минут. И еще полчаса на монтаж. Да я в Симсах больше времени провожу. Пресеты — это расположение бегунков в программе. На них невозможно оформить авторское право. А то, что вы видите в видео, это вообще лично мной созданные пресеты. И назовем это, они созданы по вдохновению наших блогерш и девочек. И никакого интеллектуального вреда я вообще им не наношу. Разве что они заработают на несколько десятков тысяч рублей меньше. Вот, кстати, хочу вас попросить, раз уж действительно меня везде забанили, заблокировали, я такая жуткая, и даже мои комментарии больше под их роликами не отображаются, маленько помогите распространить как-то информацию, оставляйте у них комментарии под видео и в Инстаграме у Пушман и Каспарянс про то, что девочки, вот есть бесплатные пресеты, гуглите и так далее. Помогите людям реально сэкономить деньги, это здоровская вещь. И кроме этого, мы... зрители, подписчики, когда мы вместе, когда мы объединяемся, мы сила. И только толпой мы можем донести до блогеров, что нас не устраивает и что мы считаем абсурдным. И вот такой своеобразный протест – это отличный способ это доказать. Сами пресеты. Делать их было легко, потому что в предыдущем видео я создала, так сказать, основу. Девочки все равно, у них дублируются, в принципе, настройки, и особо ничего полярно-разного нет. Но хочу отметить опять, что у Пушман они гораздо сложнее и интереснее, и вот как раз-таки пресеты Пушман, 5 штук, рублей за 200, может, и можно было бы продавать. И у этого реально были бы несколько тысяч покупателей.
Но у Карины пресеты легчайшие. И я это говорю не потому, что я не люблю Карину, а потому что, если ты что-то продаешь, то нужно приложить ну хоть какое-то усилие и немножко постараться, хотя бы чуть-чуть. В нашем мире главное не деньги, не бренды и не торговля. Миллионы людей занимаются разными увлечениями по всему миру вообще, речь не только про Россию, и посвящают свою жизнь различным вещам, и они делают это ради удовольствия, а не ради наживы. Конкретно вот я рисую, снимаю видео, веду ежедневники, скетчбуки, часто фотографирую бесплатно, вот книгу сейчас иллюстрирую. И я делаю это, потому что мне это нравится. И вот таких же девчонок и мальчишек, как я, их миллионы. И это не мешает никак параллельно зарабатывать деньги своими навыками, учиться, становиться в чем-то профессионалом и достойно зарабатывать. Но смыслом жизни должно быть не потребительство и не цель заработать больше и больше и больше денег, набить свои карманы. Ведь тогда ты уже не человек, а простой винтик в системе. И нет в тебе ничего ни высокодуховного, никакого стремления настоящего к саморазвитию и ничего вообще достойного, чтобы называться человеком. Никого не оскорбляю, никого не хочу задеть. Это моя жизненная позиция. Если вы со мной согласны, то я этому буду очень рада. Вот. Повторюсь, девчонкам успехов! Пробуйте еще, у вас все получится. Спасибо, что смотрели. Всем пока. Thank you.